Мы очень любим крыс. В нашей семье их просто обожают. И это сказывается у нас не только через видео, но еще через предметы, которые у нас есть дома. Как-то незаметно, вроде бы специально мы ничего этого не делаем, не покупаем, но вот само собой как-то происходит. Например, появляются у нас кружечки такие с крысами, с мышками. Вот моя сумочка, я когда-то нарисовала себе такую мышку-крыску. Для мышки, что любит и любима, весь мир ее любви неповторим. Над входной дверью, вот возле звонка, вот такая крысяка, дочка сплела из пушистой проволоки. Вот у нас вот такой вот светильник на кухне в виде сыра с мышатами. Вот такие вот мышата. Ой, кашу унес Емельян. Я хотела тарелочку дать, а Емельян кашу схватил и понес. Татошечка, ты тоже так понесешь или с тарелочкой? Ну вот такая у нас любовь к крысякам. То же самое. Ну это так, что мне попалось на глаза. Вот люстра, кружки, сумка, крыска. Перед входной дверью, над входной дверью. Так у нас частенько где-то. То тетрадки какие-то, блокнотики, там еще что-то. То есть везде у нас крысята. Но не так, чтобы мы специально так выбираем. Ну, в смысле, как-то появляются так сами собой. Видно, эта любовь, она распространяется сама. Без специальных усилий. Ну, а как их можно не любить, этих чудиков? Таких милых.